132 новых случая коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Сургуте заболели 24 человека, в Ханты-Мансийске 15, в Нягане 14, в Нижневартовске 13. В Нефтеюганске 11 заболевших. Случаи заражения выявили еще в 13 муниципалитетах. У 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции 1,15. Состояние 92 пациентов тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. За сутки вылечились 72 человека. За весь период пандемии 58 062 югорчанина.